Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 427. Игнат Тихонович, вы сторонник русского языка, но читаете 100 глав и в то же время за строжайшее соблюдение канонов церкви и одновременно во многом соглашаетесь с отцом Георгием Кочетковым и со старообрядцами. Как вы все это совмещаете в себе? Ответьте подробнее. Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Когда у меня в гостях был игумен Кирилл Сахаров, настоятель Никольского храма на Берсеневке в Москве, то он все записывал и на диктофон, и в тетрадь, и постоянно повторял эти же самые слова, постараюсь ответить как можно короче. Я люблю Христа и Библию. Мне нравится изречение Мартина Лютера, немецкого реформатора 1517 года. В мире есть только одна личность. Христос, только одна книга, Библия. Во свете этих двух авторитетов мое сердце и разум рассматривают все, что я вижу и с чем и с кем соприкасаюсь. Мне очень импонирует в житии Антония Великого, что он был подобен пчеле, собирающей нектар с различных цветов. Где бы что он ни слышал доброе о ком-то, он сразу же шел туда в командировку и все записывал на свой диктофон и тут же старался претворить в жизнь, но непременно подвиг тот усилить и возвысить, то есть всю жизнь шел на рекорд во всем. У меня есть некоторые афоризмы, маленькие, но для меня приятные. Если тебе 100 раз сделали худо, забудь это, но один раз сделанное добро помни всю жизнь. Поэтому с кем бы я ни соприкасался, о ком бы не слышал, все, что у них не соответствует Библии, я отметаю как не бывшее, а все, что по Писанию доброе, стараюсь применить на практике. У меня очень много врагов, немало и друзей, только поэтому мне ни разу в жизни не пришлось нигде встретить такого человека, который мог бы сказать, что ниже следующее изречение апостола Павла стало его движущей силой в его жизни. А мне это счастье Бог дал. Я был для всех всем, чтобы приобретать новые души для Христа. 1 Коринфянам, 9 глава, 17 по 27 стихи. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если добровольно, то есть исполняю только верное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести для иудеев. Я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Все для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное бьюсь, не так, как чтобы только бить в воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным.